Привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Layers of Fear 2. Ну что ж, мы с вами, получается, сейчас в детских воспоминаниях узнаем прошлое нашего героя. Так, теперь у нас с вами появилась кукла. Что это такое? Я вроде знал, но теперь не уверен. Джимми, сперва нужно создать мысленный образ. Иначе он так и останется бесформенным. Какая-то непонятная кукла, из чего тоже не ясно. Ладненько, идем. Идем дальше. У нас с вами есть очередной ключ от очередной комнаты. Не понял. Закрыто? Что, бляха-муха, это было такое? Что это сейчас? Меня сейчас сюда не пускали? Меня сейчас сюда не пускали? Что-то как-то страшно спускаться. Что-то как-то страшновато-то спускаться. Ага, рычит. Ну, игра, пожалуйста, не провисаем. Дорогой супруг, пишу это письмо дрожащей рукой. Не могу передать словами свою радость от того, что я наконец получила от тебя весточку. У меня сжалось сердце, когда я узнал о том, что случилось. Будто ужасная тень легла на всю мою жизнь. Но она пропала, как только я узнала, что ты все же с нами. Мне больно слышать о твоих ранениях, но пусть мысль о том, что ты увидишь рождение нашего второго ребенка, принесет тебе утешение. Навеки твоя, подпись неразборчивая. Окей. Второго. Так, здесь у нас сейчас с вами закрыто. Просто пипец какой-то. Закрыто. Ага. Нам сюда. Но давайте походим. Так, что у нас здесь есть? Чёртовы ублюдки. Я все ради них отдал. И что получил взамен? Ржавую железку! Угу. За короля и империю. Так, что у нас здесь? Закрыто. По-моему, все страшнее и страшнее становится сейчас. Просто жесть какая-то. Так, музыку я выключу. Сейчас буквально вот только что перед тем, как записывать, вышло опять обновление, и звук в игре подправили. Так что сейчас, в принципе, все слышно. Все слышно, ну и вроде как я все внимательно посмотрел, ничего новенького я не нашел. Реально, отец прям какой-то зверь. У него и звук такой зверя. Дикого зверя. Ну, давайте узнаем, что нас здесь с вами ждет. Так, подожди. А я прыгать не могу. А, вот он проход. Это, наверное, мать поет песню. И тут на сцену выходишь ты. А, это сестра. Так, на сцену выхожу я, это мне туда идти. Ничего здесь не упустил? А то мало ли вдруг
Вроде бы нет. Ну, пойдем, выйдем на сцену. Ёшки-матрёшки, ты чё, блин, хмуха? Чуть на кол не посадила, блин. Ой. Давай, подними же. Чё должен поднять-то? Похоже, ситуация в корне изменилась, квартирмейстер. Будь проклята ты и твои мятежные марионетки. Я так легко не сдамся. Коль гибель ждет меня сегодня, то от твоей руки. От твоей. Начали! Я должен застрелить? Не делай этого. Верно? Немедли. Ты знаешь, я бы не стала колебаться. Так, не делай. А, я могу вот вас. Да. Поздновато закалять характер, мальчишка. Хотел быть как я? Стреляй. Так, у нас получаются варианты. Либо все-таки сюда, либо все-таки сюда, либо все-таки в нее. Славно. Кто мы для тебя? Жалкие марионетки? Играй свою роль. Я играю. Выход только один. Думал, сможешь стать мной? Ты навсегда останешься лишь перепуганным мальчуганом. Получено достижение найти внутренний голос. Сестра валяется. Может быть, во время игр она упала? Лили, ты в порядке? Походу, когда они играли, она упала, но, может быть, себе шею свернула. Лили. А, не, жива. Я думал, что тебя не стало. Все верно, не было меня. Теперь же нет ее. Кого? Той, кем я была минуту назад. Больше нет. Теперь я могу стать другой. Ну, окей. Она сможет стать другой. А кем другой? А, и мне сюда. Открой, пожалуйста, дверь. Спасибо. Слампи Боцман слегка ленив. Вообще-то настоящий лодырь. Если б он мог, весь день штаны бы просиживал. Но пиратство зовет. Так говорит капитан. Так, мне сюда. Ничего больше здесь нету. Ну, идемте. А, стоп, подожди, мы же должны выйти куда-то, правильно? Мы должны выйти в кинотеатр, в кинозал. А, мы и вышли в него, отлично. Смотри, это лучший момент. То есть здесь каждый раз разная сцена всегда происходит. Идем, больше нельзя задерживаться. Офис. Ну, пойдемте сходим в офис. Так, сохраняшка. Знаю. Отныне я буду капитаном Бэйнсом, черным странником. Но капитан Бэйнс не девчонка. Придержи язык, квартирмейстер. Я могу быть кем захочу. А если ты, малец, против... Отправишься рыб кормить. Все строго у них, у пиратов там. Все строго. Что-то не нравится, идешь кормить рыб. Что-то сделал не так, идешь кормить рыб.
Открывайся ты, пожалуйста. Ну, это опять получается то же самое. В том же окне орёт. Стоп. Почему-то стрелочки ведут туда, сюда. Раньше стрелочек не было. Раньше стрелочек не было. Я могу что-нибудь тут найти хотя бы, нет? Ага, это офис. Стопешечки. Игра что-то как-то начала фризить. Игра начала фризить, это мне не нравится. Что новенькое появилось? Здесь голяк. Сюда пока нельзя, но, скорее всего, это финальная комната. Потому что мы, в принципе, уже, получается, здесь везде были. В последний раз повторяю, я этот треклятый проектор менять не буду. Следить за его исправностью — это твоя... Ах! Даже не дал почитать. Даже, бляха-муха, не дал почитать. Ага, интересное место сохранения. А, еще две комнаты, получается, здесь есть. Как что-то мне почитать? Дождаться, что ли? Последний раз повторяю, я этот треклятый проектор менять не буду. Следить за его исправностью — твоя задача, так что хватит скулить и делать свою работу, пока тебя не вышвырнули к чертям. Окей. Это уже кто-то предъявляет претензии нашему папашке. Папашка работает в кинотеатре. Крутит фильмы. Так, ну мы с вами идем наверх. Нам сюда, в офис. Мидас кормчий. Больше всего на свете любит золото. Способен учуять его на другом конце света и всегда направляет корабль к сокровищу. Угу, предмет какой-то взяли. Надо поставить. Но подожди, давай сначала походим, пока тут у нас ничего не произошло. Может быть, что еще найдем? Вот, отлично. И еще. Сейчас будем что-то собирать. Сейчас будем что-то собирать. Не работает. А, так, подожди. Ага. Так. Ракета, что ли, какая-то? Так, еще одной части не хватает. Еще одной части не хватает. Так, ну я вроде тут все посмотрел. Нет, отправить ракету мы не можем, пока еще одну часть не найдем. Это записка. А, вот она. Окей, мы теперь с вами играем в космонавты. Пираты закончились, теперь космонавты будут. Мой брат. Он всегда был рядом. Шел за мной по пятам. Молчал, грустно улыбался, был словно теплая тень, всегда рядом, но при этом всегда где-то далеко. Порой, когда город накрывали сумерки,
Мы убегали из дома. Он выглядывал в ночное небо, смотрел на звезды, хотя на самом деле видел не их. Он видел тысячи пылающих душ. Его глаза загорались. И звезды были в них. И тогда я понимала, что в нем есть особое пламя. Способное разбить тысячи сердец. Способное привлечь тысячи взглядов. Может вызвать тысячи слез. Мой брат. Тихий мечтатель. Он грезил о дне, когда мы сможем все бросить. И отправиться в путешествие всей жизни. Его звал свет на горизонте, манящее пламя. Да, в нем была искра. Он мог заставить тысячу душ полыхать. Подарить им ощущение жизни, подарить им бессмертие. Тысячам. Но только не мне. Только не мне. Мы предавались мечтам, глядя в небо ночное. Когда казалось, что достаточно протянуть руку, и можно будет дотронуться, черная тень затмила солнце. Гряза рассеялась. Ее сменило нечто другое. Нечто свирепое. Нечто... Опа. Я что, бляха-муха, в могиле, что ли? Все, что ли? Ну ладно. О нет, как же теперь поступит черный странник? Не волнуйся, когда-нибудь мы узнаем, что там в финале. Ванная. Окей, очередная, получается, с вами комната будет. А если случится что-то плохое, я тебя не найду. Слушай мой голос. Сохрани его глубоко внутри. И я всегда буду рядом с тобой. Навеки? Навеки. Да откройся ты, пожалуйста. Опа. Опять путеводная звезда. Опять нас ведут. Родились. Дочь мистера и миссис Абрам. 3 февраля в субботу в 20:30 в больнице Святого Варфоломея. Сын мистера и миссис Хопкинс. 4 февраля в воскресенье в 16:30 в больнице Святого Томаса. Сын мистера и миссис Бёрнс. 4 февраля в воскресенье в 2 ночи в больнице Святого Варфоломея. Дочь мистера и миссис Уилкс. 5 февраля понедельник в 6:00 в Королевском госпитале. Умерли. Андерсон. Андерсон. Скончался 3 февраля в субботу, 18:00. Любимый сын. Похороны состоятся во вторник в 14:00 на Хайгейтском кладбище. Бёрнс. Скончался 4 февраля в воскресенье в 2 часа ночи. Любимая жена, мать двоих детей. Похороны состоятся в среду, 7 февраля в 14:30 на кладбище Уэйтхэм. Так, Бёрнс. Наша, получается, семья — это Бёрнс.
Грин скончался 5 февраля в понедельник в 8:30. Нежно любимый муж. Похороны состоятся в четверг, 8 февраля в 13:00 на Хэггетском кладбище. Миллер скончался 3 февраля в субботу в 22:00. Любимый муж и отец. Похороны состоятся во вторник в 16:30 на кладбище Хэмпсет. Что-то непонятно, буквы мешаются. Значит, мы Бёрнсы. Потому что, скорее всего, именно это нам и хотели дать. Эту информацию. Мать. Двоих детей. И жена. Так, здесь у нас пусто. Лимон. Я съел лимон. Я не помню, по-моему, раньше здесь лимона не было. Нафига я его взял? Не знаю пока. Так, не сюда. Значит, нам сюда. Ну, открой, пожалуйста. Новенького ничего нет. Это все рычит. На столе новенького ничего нет. Так, это я выключу. Здесь, в принципе, тоже. Ну, тогда идем в ванную. Больше, в принципе, ничего и нет. Только лимон был. О, и слышно водичку. Отлично. Непонятно. Если хочешь дойти до конца, запомни. Чудовище пугает, но оно и тоскует. Потому что оно так же потеряно, как и мы. Надеюсь, мне не надо будет сейчас бегать. Так, это вернуться, подожди. А и все, да? А, стоп, я здесь оказался, что ли? Я должен что-то положить. А вот только что. Это вентилятор. Здесь закрыто. И здесь закрыто. А, не очень понимаю, что надо делать-то. Все? Странно как-то. Вообще ничего не понятно, что это я сделал. Ладно, пошли дальше. Пока непонятно. Теперь я в новой комнате. Непонятно. Ну давай. Может, перекрыть наоборот надо? Перекрыли. Не понимаю, что надо. Все закрыто.
еще надо делать? Я вообще не понимаю, что-то рандомно тыкаю, а что делать непонятно. Может быть, мне надо сначала посмотреть, что как типа должно быть, что ли? Может, как-то так? Ну, допустим, солнце какое-то. Так оно как есть, так оно и есть. Не, подожди. Так, солнце. Непонятно. Не, ну там никакие камни не вроде не падали. Да возьми ты этот кран, перекрой. Я реально не понимаю, что надо сделать. Как это вообще работает, система? Я не понял. Хоть какой-то, я не знаю, подсказка какая-нибудь была, блин. Что делать-то надо? Мне вообще ничего не понятно. Вот вообще ничего не понятно. Луна, солнце. Так я примерно то же самое и видел. Без изменений. Что надо сделать? Не понимаю. Блин, ну реально, хоть какая-нибудь подсказка была. Вот что надо-то делать, я не понимаю. Выпустите меня с этой сраной загадкой отсюда, нафиг. Ничего не понятно. Что надо сделать? Я не могу понять. Так, сюда не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает опять-таки. Какая-то дебильная загадка вообще. Вообще не понимаю, что к чему. И чё? Вот сейчас я реально ничего не понял. Абсолютно. Чё было? Чё куда? Чё зачем? Что дальше делать? Заткнись. Я сказал, заткнись. Ага. Смотри,
Это он! Что? Кто? Это он, мистер Харди. Он доставит нас туда. Это Титаник, что ли? Так, что-то еще здесь есть. Уважаемый господин, по результатам инспекции, проведенной на вашей территории, Совет Графства обязует вас принять необходимые меры пожарной безопасности, а именно, обеспечить соответствие театрального реквизита перечню огнестойких материалов, обеспечить наличие запасного выхода из театра на случай пожара. Вам дается 30 дней на выполнение этих требований. С уважением, подпись неразборчива. Инспектор полицейских и пожарно-спасательных служб, Его Величество, всего 30 дней? Вот паразиты, нужно задержать их. Так, ну и... Какие у нас варианты? Ага. Финальная дверь. Есть что-нибудь тут новенькое? Ну, я ничего не вижу. Ладно, идем в последнюю дверь. Подожди. Достаточно крошечные искры. Люсия Старпом не потерпит неуважения к экипажу или к капитану, потому что она гордая, очень гордая. Я должен был что-то там испугаться, но я отвернулся на записку. Так, есть тупичок, ладно. Папа, не надо, пожалуйста. Что происходит? Это может кладбище? Непонятно, что написано. Лилиль, не лезь! Просто оставь нас в покое! Так, сюда попасть не можем. Ладно, лезем сюда. Так, это... Получается, афиша была разорванная. Ты забиваешь пацану голову глупостями! От него и так никакого толку! Так, мне сюда, что ли? Блин, темень вообще непонятная. Опа, дверь. Ты сам ничтожество, злобный одноглазый урод. Как ты меня назвала? Отвали от него, чудовище! Офигеть. Да ладно. Мне опять, получается, нельзя попасть, да? Он появится здесь или нет? Как я должен понять? Может, мне надо бегать? Это какой-то лабиринт. Это типа безопасное место? А, вон он.
Непонятно. Это небезопасное место. Тихо, сюда заныкались, все. Фу, бляха-муха. А где здесь проход-то? А, вот. Это тупик? Не, не тупик. Ё-моё! Беги! Опа! Так, попробую здесь выбраться из лабиринта, да? Ладно, посидим здесь. Так, и чё, и куда? Ух ты, блин! О, фак! Чуть не попались, блин! О, беги, 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 беги! Безопасная зона? Непонятно. Стоит ныкаться, не стоит? Ох, черт возьми. Так, где зона безопасная? Я фиг его знает, куда бежать-то? Темно же, ничего не видно, блин. Ух. Ух ты, бляха. Страшновато. Страшновато, особенно, что тут... Рыба, кстати. Непонятно, куда бежать. Потому что темень. Блин, ну как так-то, ну? Все хорошо было, блин, нафига я вылез? Ждать надо, потом за ним бежать. Где-то должна быть сохраняшка. Ждем. Сюда можно заныкаться. Ладно, с ним подождем. Лучше перестраховаться лишний раз. Ну, в принципе, добежали. О-о-о, сужается коридор, сужается, стены сужаются. Бегом, 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 бегом. Так, подожди, подожди, подожди. Тут, может, найдем еще полезное. Мало ли. Вдруг что-то будет. Ничего нету. Ладно. Отец. Это сегодня. Знаю. Пойду ее навещу. Присмотри за домом, пока меня нет. Ты купил что-нибудь Джеймсу? Это ведь и его день. Я должен был купить кое-что твоей маме. Это все, на что хватило. Ну, в общем, все правильно. Она, получается, умерла во время родов. Что произошло?
А, это лестница. Блин, я думаю, что такое? И он возненавидел своего сына за то, что жена умерла. Психика нарушилась. Он тем более еще после войны потерял глаз. Жена, конечно, получается, его жалела. Ну, я не знаю. Рожать, по-моему, ничто не сравнится ни с какой болью. О, четвертое, да, получается, где-то я упустил запись аудио. Третью. Прошу. На помощь. Мне больно. Больно. Потерпи, сейчас подойду. Я больше не могу. Хватит. Идем. Нам тут больше нечего делать. Мне больно. Мне кажется, если я подойду, я помру здесь. Да? Не знаю. Ладно, пойдем. Все? Все кончено? Нет, мистер Харди. Все только начинается. Опа. Все представляется мне как во сне. Отца потеря, слабость, что напала. Ну и по идее мы тогда сейчас должны уже выйти в свою каюту. А, осталось только пленку найти еще, да. Иначе мы дальше пройти не сможем. А вот и пленка. Дыши. Где это мы? Ага. Мы как раз с вами сейчас и выйдем в свою каюту. Ну да. Все правильно. И как раз прошла сохраняшка. Все, кстати, что-то у нас тут в траве. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим с вами уже в следующей серии. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.